4:09 у меня последний был прощальный звонок с ребенком. Она мне сказала: мамочка, почему нам не помогают? Я умираю, мама. Я люблю тебя. Это были ее последние слова. После этого я слышала, как мои дети кричали, внуки, я их слышала еще. Пожалуйста, скажите нам правду. Вот все, что мы хотим. Это горе национальное, все масштабное. Со всей страны люди очень переживают. Все. Вот милуйте народный штаб, задайте вопрос. Не поддавайтесь на провокации. Вот мои, вот это, они были, мы их можно могли еще опознать, потому что еще они где-то задыхались просто. Других привозили просто пол головы нету у детей, то есть маленькие без рук, без ног. Мешок открывает, а там просто свалены руки, ноги. Техника безопасности должна быть, не нарушались. А у нас что это? Мы живем как в котле каком-то. У меня там племянница была и дочь была. Но они это, спасибо Богу, что они остались живы. Они получили взятку, другие приняли в эксплуатацию здание. И получился детский Освенцим.